Ну, сегодня просто весенний день. Настоящий весенний день. А только 10 февраля 2022 года. Дай Бог, чтобы весна была ранней. К тому и идет. Ребята, хочу показать упражнение для колена. На весну воспаляются все заболевания, вы знаете. Вот. Есть такая неприятность. Но можно выйти из положения. Регулярно делать упражнения. Разминать суставчики. И вы будете, когда уже будет тепло, значительно тепло, вы будете в форме. Вот такие упражнения, простые, но эффективные, как всегда. Ложим ножку. На колено ложим ногу, нижняя нога прямая. И тянем в бок. Вы сразу чувствуете, как идет натяжение от бедра в колено. Вот такое неприятное ощущение, но мы тянем, тянем, насколько возможно. Другую ножку тянем, поудобнее нижнюю, поудобнее поставили ногу и тянем. Тянем колено, тянем, насколько возможно. В одну сторону, другую. Сели на бочок. Я сижу на бревне на природе. Я дитя природы. Это можно делать на том же стуле дома, на табурете, в спортзале, на лавочке спортивной, где угодно, ребята. Сели на бочок и подтягиваем ножку, сгибая в коленке. И подтянули к себе, насколько возможно, к торсу. Разогнули назад, разогнули назад, оттянули немножко ножку, разогнули назад, как бы в бок подняли бедро. На себя, потянули бок. На себя максимально, потянули бок. И потянули прямую ножку. И к ней потянулись. Вот. Также на другую ногу. Вот три таких упражнения. Можно разнообразить, но я думаю, этого даже будет достаточно, если вы будете делать, ребята, регулярно. Главное, чтобы получить эффект, главное условие – регулярность. И покачаем прессик, коль мы уже присели, покачаем пресс. Задержали, вниз, задержали, вниз, фу, 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 фу. Фу, 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 фу. Очень хорошо тоже для бедер, когда задерживаешь ноги вверху. Фу, для бедра хорошо. И для коленки. Любое разгибание в коленном суставе лечит сустав коленный. Любое сгибание, разгибание. Только в это время... Поменьше прыжков, это да. А сгибание, разгибание, ходьба, это основное. Ребята, будьте здоровы, пока, мои дорогие, целую вас. В преддверии весны хорошего настроения.